Всем привет! Давайте расскажу об этой программе, чем она славится, чем она помогает, ну и оптимизирует, и все, что вам не надо. Некоторые программы, когда скачиваются, просто много мусора и нагрузку на компьютер. В этой программе все есть, все, что вам надо для оптимизации, для ускорения компьютера, для чистки, для убирания, ну, всего. Вот. Общие параметры, естественно. Защита в реальном времени. Это тот же антивирусник, только у них в своей конторе свой оптимизатор. Это защитник, и здесь вот будет все написано. Так, удаление, полное обнаружение, тут сможете сами ставить. Приоритет проверки нормальный, кого-то может высокий поставить. Очистка реестра. Реестр — это вот он сам по себе. Вот он. Здесь миллионы. Ошибки могут быть, и все, что у вас плохо показывает, все рассказывает, и это все, что вы делаете в своем компьютере, все, что у вас остается, мусор, может так ставить, то же самое. Это полностью ваш мусор. Вот здесь все, что мы смотрели. База данных, что у вас остается, вот сокер, заполнение форм, авто. Так, ну это не надо, это сам браузер. Сессия, ну, это то же самое. Так, это что у нас? А это. Так, здесь, в принципе, включаете он сам. Это стирание все идет. Ненужных файлов. Здесь можете офис, это, естественно, папка загрузок. Но кто пользуется загрузками на C, лучше убирать, потому что все сотрет. Так, переходы панели задач. Панель задач, это вот они. Что вы делаете? Вот это все панель задач. Так, история. Можете пока. Ну, в принципе, ставите по умолчанию, сам делается. Оптимизация компьютера. Ну, тут смотрите само. Базовую, там я покажу, что такое. Ускорение интернета, расширенную оптимизацию сети, это сеть, какая у вас стоит. Если вы не знаете, лучше ставьте базовую. И здесь модемы. Какие у вас модемы стоят? Ну, у меня вот беспроводной стоит, антенна. Усиление безопасности. Ну, это более быстрее будет. Это более... Там все написано. Резервное. Все, что здесь сохраняется, можете поменять. Сделать сюда папку, например, поставить. И направить обзоры. И направить куда... папку будет стать изображение, там загрузки, там все остальное. Ну, у меня там пока стоит резервная. Оптимизация диска — это то, что у вас все файлы, которые раскиданы по жесткому диску, они соберутся, и все как бы рядышком все будут. Ну, здесь, в принципе, можете ставить, у кого SSD. Вот так вот ставьте. Смело прям. Без вопросов будет. Вот. Можете также флешку то же самое можете поставить. Оптимизацию сделать. Чтобы шустрее работало. Ну, это автоуход это будет. Время поставить и будет сам чистить. Когда и все что. Авточистка то же самое можете поставить. При загрузке. Здесь вот это, чтобы у вас не слетели ключи,
При запуске, почему включите его, потом только интернет. Если включите, когда интернет работает, у вас могут ключи слететь, все остальное. Здесь вся пакость поставьте и указать прокси. И у вас не будет ключи стирать и воровать. Ну это в принципе не надо будет. Каждый раз потом. Вот очистка у вас будет написано все, что вот видите, даже вот есть. Здесь можете перетаскивать, что это вот все будут ваши сайты, которые работали. Резервное копирование, ну, в принципе, это для меня не нужно. Это все создается, чтобы если какие-то ошибки, они возвращают обратно все уведомления. Ну, тут по выбору сами ставить 10-15 секунд, и вот это все, чтобы вам рассказывал. Ставим, применяем. Так, ускорение. Здесь у вас будет в окошечке везде все ставится. Ускорение. Здесь вы можете поставить для игры, для экономии, все остальное. А вот это вот можете устанавливать, но если будет устанавливать, она у вас будет... естественно платная. В принципе, я с этим видео поставлю то же самое, ссылку или ту и эту. Здесь антивирусник, естественно, посмотрите, антивирусник может вам понравиться. Вот эта вот программа будет у вас, естественно, она платная. Так как вы смотрите видео, значит будет все бесплатно. Вот эта вот программа будет. Так, то же самое, оптимизация, защита. Здесь вы сами все поставите, когда будете уже через... То это видеокамера, естественно, конфиденциальность тоже камера, браузер, все сами поставите, инструменты. Да, вот здесь много интересного в этих инструментах. Ремонт системы, например. Но это надо будет вам активировать через интернет. Когда включите, как я объяснял, сперва включите. Вот. Когда включите интернет, не, сперва запустите, потом включите интернет, а потом каждую нажимаете, а у вас каждая появится. Здесь менеджер по запуску, естественно. Ну, здесь много интересного. Это здесь смотреть, которого мне нужно. И отключаете. При браузере вот это вот как бы старый. В принципе, удалить можно все. Как бы лишняя нагрузка будет на систему. Ну, кто работает вот в этой системе, вот в этом браузере, значит это удалять не надо. Вот. А так как у меня браузеры стоят, один голдовский хром, один наш национальный, мне больше нашим доверяю, чем америкосам. Но это камера, все остальное кому надо, что почитайте, посмотрите, удалите все. Здесь то же самое. Отключаем. Здесь отключено. Это ключи не надо отключать. Если у вас стоят. Могут по-другому называться. Так, оперативная память. Смотрим. Здесь настройку. При загрузке ставите, у вас будет очищаться память, если у вас мало оперативной памяти у вас. 2 гига, например, 1,5 гига, ну естественно, если 512, здесь вы можете очищать умной очисткой, кто-то делает глубокой очисткой. Вот это мне же, вот ускоритель интернета,
довольно неплохая программа, рекомендуется ставить. И вот они, ну это в основном идут на антенны, идут потом идут на как этот ноптиволокно, ну и на медные провода и все остальное. Это вот эти вот, вот две штуки идут. А это у вас оптимизируется все ваши браузеры. Но если нету того браузера, который есть, ну они в основном на эти опера, это сэры. Вот. Или тоже рекомендуется, если не знаете, и нажимаете. Здесь, если надо закрыть, можете закрыть его. Здесь же то же самое, вот нажимаете RAM. Лишнее отключаете, естественно, вот это тоже отключаете. Здесь отключаете. Ну, если этой пока функции нету, Ctrl, Alt и Del нажимаете на кнопочки на клавиатуре, хоть на каком. То же самое. И здесь вот, как я показывал, можете просто убирать. Вот так берете, снимаем задачу. Все. Здесь у нас ее нет. Делаем окей. Ну и оптимизируем. Ну и довольно пошерше будет работать, пошустрее. Ну и здесь доктор диск, естественно, как бы проверяет ваш жесткий диск. Потом второй жесткий диск ему надо проверить. Включайте, далее проверяет все ваши ошибки. Пустые папки, которые у вас, любые папки есть пустые, сканируете, она у вас все лишнее убирает, которые в системе, и все, что вы забыли, оставили. Вот их, у меня их куча целая. Можете вот так вот делать. Посмотрели, вот Тарен убираю, например. Ну и все остальное можно смело прям. Вот видите, антивирусик довольно неплохой. Касперский. Он так просто не даст никакую программу. Восстановление, если что-то какой-то, что-то стерли и забыли. Но он не такой мощный, но по крайней мере что-то можно. Вот. Любую дополнительную там, ну и все остальное. Вот CD добавить дополнительную, там какую флешку и все остальное. Уничтожитель файла. Это файлы, которые не удаляются, или плотно надо сильно удалить папку там, или еще что-нибудь. В принципе, так вот. Биты, ярлыки, это естественно полезно. Включаем, проверяем. То, что какой-то у вас может быть и не работает, или биты, ярлыки он просто сотрет, уберет. Некоторые можно восстановить. Ну вот. Они лишние. Лишний мусор. Так, в принципе, по идее, это можете сами разобраться. Вот прототипная версия, это та версия, которая будет у вас на флешке, та же система работать. Это антивирусник, это драйвер. Тот, который у вас драйвера скачивает. Я вам скидывал. У меня на сайте также есть. Можете посмотреть, скачать. Вот эти все есть у меня. Все на сайте. Можете скачивать. Но это, естественно, обновление. Кому надоело, можете просто убирать. Здесь и показать то, что вам хотите купить. Ну, у кого бабла валом, тот может купить. У меня их нету, так что я не хочу я это покупать. Вот, ну что ж, здесь естественно все поставили как надо. Нажимаем пуск, а я пока мисс
поставлю на паузу. Ну вот, посмотрите, как много это у меня много. Так, если кто не знает, рекомендуется оптимизировать. Это я оптимизировать не буду, так как у меня часы здесь стоят. Остальное все буду оптимизировать полностью. Java это только в интернете там копаться, но это она сама по себе будет. Конфиденциальность, это вся конфиденциальность, это все, что у вас открыто. Короче, объясняю, то, что какой-то хакер может у вас спиздить все ваши программы и все остальное, проще сказать. Мусорные файлы. Мусорные файлы это вот корзина. И все, что у вас остается в папке темп, например, вот еще каких-то папка стоят, эксполеры, ну вот это вот все. Это все ваше. Может быть больше, даже валом. Как когда-то я устанавливал, просто пришел, делал, и там было буквально под 5. Под 10 гигов там внутри программы, не считая корзины. Ну, с интернетом, видите, оптимизировали, сделали. Вот. Все нормально идет. Ошибка дисков. Тоже может ошибка дисков быть, если вам неохота копаться или отвозить куда-то делать. Ну, короче, деньги, чтобы не платить в сервисе. Вот. Все, что здесь, вот. Это надо будет оптимизировать. Вот, например, C, D. Вот, смотрим. Если галочку вот здесь нету, лучше всего поставьте, чтобы сразу оптимизировал. Здесь вот C. Вот F у меня. Ну, смотрим. Исправляем, ставим. Ну и начинает работать. Я пока на паузу. Вот, видите, как все хорошо. Готово. Смотрим. Да, кстати, забыл сказать, что эта система вот эта именно 12 Pro, она как активируется только по интернету. Предыдущие версии я буду скидывать, они как бы это вот управление лицензиями ставится, и она вот здесь она делается как бы, ну, без интернета я имею в виду. Здесь, ну, это там по-другому совсем будет. Вот. Так, теперь смотрим. Вот здесь можете вручную все сделать. Лишнее удалять. Что вам программы фоновые, которые работают, чтобы они не мешали вам. Вот так вот раз и все. Это на процессор. Ну, в принципе, все. Здесь на диске. На диске, в принципе, удалять не надо. Просто показывает все. Здесь показатели. Ну, в принципе, все. Скачивайте, не стесняйтесь, подписывайтесь. Всем пока.